То успеем сейчас сегодня орг наберем. Нам надо в первую очередь позаботиться, чтобы мы везли не, записи вели, да? Так, перезагружаем Emax, чтобы убедиться, что у нас все настройки сейчас все работают, все хорошо. Открываем наш гайд. При помощи G-клавиши переходим нам туда, пока недалеко. Так. Куда надо перейти сейчас? Орг. Вспоминаем строку, пока будем работать. Можем вообще поискать. Орг мода. Да, надо было сделать по-другому. Надо было делать SS орг мода. Вот так. Это было быстро. Так. Так, не то я сделал, поэтому убираю. Теперь буквочку О. Escape. P вставляю. Куда ссылку. Это разработчики Django очень прекрасно показывали. Ссылки должны всегда быть на документацию. Ребят, запомните это. Вообще все всегда должно начинаться с документации. Мы сейчас с вами настроим, потом наберете посмотрите, что люди там делают. Кто как настраивает, потом поищите, пока мы настроим все по-разному. Ребят, тут настолько все по-разному делают. Но просто имейте в виду, что стоит полазить то, что делают люди, посмотреть, что они там делают. Так, стоп. Так, autocompletion нам не надо. Где там мы были? GitHub. И GIF наберем. Так, что люди делают? Так, стоп. Конфигурация добавлен. Это 13-й год, очень старая запись. Ладно, ну, в общем, поняли. Поищите, посмотрите, что люди делают. Ага, орг мод. Кто что делает? Тут же можно настолько украсить. Ну, в общем, понял. Ладно, погнали. По-другому. Вы будете по-разному пробовать. Настроек много, то они рекомендуют, понятно, что они сразу рекомендуют включить. А, ну вот эти подсказки, но мы это не будем сейчас делать. Загрузки, user config. Мы все сделаем в основном пока. Чтобы использовать слой, добавьте его в наш главный слой конфигурации, да, и дальше поехали, да, то есть вот тут прочитаете. Нас интересует потом повестка дня, сначала давайте вообще установим его. Много здесь, очень много разных вещей, нас будет интересовать много чего. Давайте начнем. Да, сейчас, поэтому доделаем, чтобы у нас код добавлялся, не надо было лишние кнопки тыкать. Итак, открываем
Это у нас будет, сейчас подумаю, где. А, ну это будет у нас горячие клавиши, да? Вот тут где нумерация строк. Добавим. Стоп. А у нас тут было MIP. Добавление кода. В общем-то, если будет два раза, ничего страшного, я думаю, не будет. Я сейчас не буду смотреть, нету часа. А, стоп, это настройки Org. Org. Добавление кода. Такую вещь оставите. Два шаблона новых. Один будет JS, один Python. По аналогии наберете библиотеку потом org-tempo и то же самое сделаете с другими вещами. Поэтому сейчас, пока это сохраняем, сейчас перейдем и открываем .файл пробел fed. Дальше переходим в User Config. Вот он у меня открылся. Здесь, например. Вставляю. Иными словами, сейчас мы сразу проверим. Перезагружаем. Переходим в наш файл guide. Так, он же перезагрузился. А, пробел db space max нет, пробел bb, нам надо guide. Гайд. И давайте попробуем здесь внизу для примера добавить код Python. Пробел m и маленькая b. И вот у нас появились слой Python и слой JS. Поэтому сейчас мы нажимаем p. И по сути дела уже у нас появился Python. Да? Потом еще надо поработать, чтобы... Это тоже надо поискать, но нет сейчас времени. Чтобы вот так вот открывалось прямо для написания. Это тоже можно, там посмотрите, да, как ребята делают. То есть наберете вставка кода с RS, вот так просто набираете begin с RS. Давайте. Как кто делает? Так, в общем, поняли. Стоп. Вот так делаем. Пока наберем Emacs. Так, не то. По-другому. Так, сейчас где-то здесь я видел. Ага, вот нам то, что и надо. Значит, чтобы вот так было, темпа, да, пакет. Ага, так, открываем. Так, открываем. Нафиг. Так. Открываем. Стоп.
сразу правим. Так, пробел. Стоп, 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 стоп. Что нам надо? Эх, плохо, когда выходишь. Тут биби. Русский шрифт, конечно. Пробел биби. Space Max. Смотрим. Значит, структура, вот, она должна быть такая. Сравниваем со своей. Значит, темплейт, да, язык программирования. Дальше, вот, точка. Так, результ нам надо, не надо, пока мы не знаем. Результ надо, потому что потом будем выводить, пусть будет напоминалкой. Значение сейчас само заполнение. То есть нам надо сделать следующую запись. Иными словами, чтобы появилось вот так, вот эти должны быть скобочки. Все должно быть в одно. Давайте проверим. Тут немножко по-другому сделаем. Так. Ага, нам надо разорвать. Было. Так, стоп. Не то я сделал что-то. Орг темпа. Давайте отсюда сделаем. П. Вот именно здесь, на второй строке. Теперь Escape. Так, перезагрузим. Отлично. Быстро гайд набираем. Так, нам надо гайд. Биби. Должны быть открыты гайд. Есть. Гайд. Вставляем здесь. Так. Так, а где мы вставляем? Escape, пробел, M и B. R появился. Только большая R у нас. Все, отлично, видите, сработало. Еще раз проверяем. Пробел, пробел, M и B. R, да, вот теперь класс. Код сразу взял и вставил. Так, ну, в принципе, я это, вот это я удалю сейчас. Это нам не надо, да? А это я скопирую, чтобы вам был пример. Значит, 4, я возьму 5 строк. Ю-ю. При помощи К идем вверх. Так, home. Так, здесь я пишу пример. Остальное все сами помучаетесь, переделаете. Ну, поняли, да, что на второй строке это и есть тогда вот такой хитрый язык этот. Так, пример вам. Сразу даю.
Что там странно? Так, ссылочка. Сохраняем. Так, сделайте. Так, погнали. Теперь орг. Шаблоны вставили. Дальше разберетесь. Темпы наберете. Так. Орг. Главный слой будем добавлять настройки. Вот здесь, кстати, вот так должно быть. Так, настройки. Так, стоп, не то. Спешка. Что-то я не то скопировал. Ладно, сейчас, секунду. Escape. Так. Вот они, настройки. Значит, потом единственное добавим, что в основной слой. Вот здесь вы себе выставите. Это раскомментируете, и я объясняю. То есть вот эти все штучки, которые сбоку красивые, их можно разные там накачать в интернете, посмотреть. Вот тут будет квадратиками, да, что вот сейчас стрелочками. Всех по-разному. Так, здесь Modern включен. Я включил. На документации почитайте, просто будут тода отображаться. Орг Брайан включил. Суперстар выключено у меня. И дальше все по документации почитайте. Вот уведомления по повестке. В общем-то, и что вам надо обязательно сделать? Журнал, указать ваш путь. Я с вами сейчас укажу другой путь, чтобы у нас все заработало. Теперь все это дело, нам надо перенести туда. Ctrl-BB. Так, стоп. Давайте путь сразу укажем. Потом отсюда скопируем и перенесем. Поэтому сейчас, пока не забыли. BB. Нам надо Space Max. Нам надо строка. Ну, перейдем. Ctrl-M. То есть Ctrl-N, стоп. А мы же User Config. Стоп, что-то не то. Matching from for. Ладно. Сейчас не буду разбираться, что я там ввел, где. Погнали дальше. И чего мы здесь написать должны? Нет, делаем по-другому. GG наберем. И все, мы тут. Нам вообще только надо вот эту вот весь с копировать. ББ, когда спешишь, гайд. Нам открыть гайд. И здесь настройки. Вот, чтоб мы знали, да? Здесь, что это не код. Давайте сделаем как плюсик. Все. Теперь открываем, где вы хотите, папку. Я сейчас переделаю на Яндекс.Диск. Я вообще пробовал, херня разная тут. Так.
папка SpaceMax, да, там я создал папку org, и тут, чтобы ничего не путалось, все было понятно, папку журнал создам. Теперь я открою ее в терминале, введу pwd, и вот мой путь. Отсюда начинается. И после этого, что я делаю? Вы свой, я свой, вставляем путь вот сюда. У меня все стало, да, и у вас должно все стать. Единственное, что надо было бы это заключить в блок кода, чтобы нам было понятно, это было бы красиво. Поэтому я сейчас что сделаю? Уберу. Умножу теперь пробел M и B. Но у меня Lisp я еще не добавил, поэтому я добавлю простой код S, да, буквочку, который я еще не модифицировал. Здесь напишу Lisp. Да что это такое? Не понял. Сейчас, стоп. Секунду. Когда быстро, когда спокойно, это одно. Lisp. Выйду. P. Так, ну все. Вот код у меня теперь подсветился. Все окей. Сохраню. Меня код этот устраивает. Вам надо было поменять пока только один путь. Потом пути уже остальные будут. Документации все про это почитаете. Здесь ничего придумывать не надо. Значит, открываем теперь FF, BB и SpaceMax. Теперь вот как раз этот layer. Находим org. Вот он. Нажимаем. Вот так немножко отступим. Так, один. И вставляем сюда. Так, вот тут могут быть проблемы сейчас. Я и хочу это показать. Так, вообще просто закрываем Emacs, а не перезагружаем, и просто открываем. Сейчас пойдет ставить сначала. И зачастую он ставит совсем интересно, да, что у нас ни хрена не работает. Поэтому этот момент, когда он поставит, я сейчас покажу, если у вас попадется, чтобы вы знали, что делать. Это важно. Открываем сейчас. Давайте еще для надежности перезагрузим, потом уже у нас постоянно будет. Открываем сейчас наш гайд. И смотрим, что мы видим. Ага. Видите, что мы видим? А не, все работает почти. Вот это не работает. Это я буду искать. Кто знает, напишите в комментариях. Это в 29-м перестало работать. Надо искать причину. Значит, если здесь просто вот этих вот нету, что надо сделать? Вот что надо сделать. Эти, ребят, если возникло исключение и типа там сейчас.
Значит, во-первых, здесь будут просто звездочки, никаких там украшений не будет, будет писать, типа, нифига там я не понимаю, и все, открывает терминал. Секунду. Не так. Открываете терминал. И вот что делаете. Набираете RM. Удалить, да? Дальше пробел RF. Все удалять. Дальше EmacsD. Дальше ELPA. Набрали первую букву Tab. Дальше ваша версия EMAX может отличаться. Я просто набираю и набираю Tab. А у меня 29 сейчас. Почему? Поэтому я говорю, ваша версия 29.1. У вас может быть 28. Поэтому посмотрите. Develop, разработка. Дальше. Org версия. Org. Дальше там. 9 тоже может отличаться. Всем, ну, искать не хочется, там много библиотек. Так, я... Так вот, сейчас у меня там его вообще нету. Понимаете? А у вас он будет. То есть ветку разработки закинет, и с нее будет подгружаться, и ничего не получится. У меня все правильно загрузилось, там ее вообще нету. Поэтому я с ветки разработки ее удаляю. Он переустановится, уже установится нормально. У меня сейчас, так как версия 9, я нажимаю Tab, точно ничего там нет. То есть я ничего не сделаю. И нажимаете Enter, удаляете. После этого должно все заработать нормально. Это важный момент, но я здесь написал. Если возникло исключение, то единственное, поставляете свои. У меня Emacs 29. Единственное, что я сейчас вижу проблему, надо решать. Жирным курсив, да, на GitHub все нормально отображается, где я забрасывал файл. А здесь надо решить. Так, gift. Я его вам дам. Сейчас тоже я все время даю. Первоначальная настройка. Вот, видите, здесь все отлично. Да, работает. Ладно. Так, пока все. Уже в следующем видео будем разбираться с журналами и всем прочим.